Жгоргая мышана коронуима сбрыштагма. Казаня сыдышты практику нухшты тайерышта. Дуаша да спортсмены уарыши и дуын сыпар регионой тух коту хуждаршовынал. Дуабону даргав дыштойша профессионал он саттазинат. Практику нахштыта яхуртам кантем рад Виктория сау авдажын. Ши сырттыр мафаражы ондыр. Тренировкатан рахайканы кури авчахаты. Раджи ерышты Казани, рамбылта шыжгарин майдан. Ада падай райшта минима фоншада артын балы. Стандарт категории ши хуждыр. Не было золота, мне точно уже с начала года не было, прям не получалось. Нервы прям подводили сильно на соревнованиях. Ну, я готовилась, я не уехала в Осетию отдыхать, там после учебы, как сделали все мои одногруппники. Я оставалась в Москве, готовилась только к стрельбе, ни на что не отвлекаясь. В Казани у меня наконец-таки получилось совладать собой и дать хороший результат. Дуаж ражма Виктория Саранрайдет там машкуе. И арахтина дуалдаркана уорашей бирахата чемпион Алексей Рогозинов арсы. Уинер. Фыцакты тайны хошкотта, а мэя аса спортима бажонга котта ефыд, канте мрат бариш. Удия фыцак тренер. Нырдармай ахурканы чешгирыштома кушшауы уад. Самое главное, психологический человек смог собраться и обошел довольно опытных соперников, среди которых были опытные мастера. И даже не только среди женщин, но даже среди мужчин она дала довольно такой высокий результат. И в Гудашты Канте Мрат Бариш ехадагдар архайта турниры Казани. Рамбылта авжишт серийный с оптическим прицелом жалга классы. 59 лет выполнил норматив мастера спорта. Честно говоря, это такая приятная неожиданность для меня, для самого, потому что тягаться с молодыми, конечно, непросто. Физиология, она дает о себе знать. Другая реакция, другая скорость. Мышанакурга и рашцавинова вонхоржу фалафагнау. Антыштинада авдай проценты, что хиулхасын сафандуавардар. Асахорж спортыней шармагон фалтаранта. Практиконах, что тамарбаса ушама фацахатуныш сасалхдурта вардиш даражма уй. Спортсменан сапар минутой фалдар лавардна саусамай и алыках сафалдар акудукана. Волновалась всегда. Первые упражнения, они, ну, по крайней мере, у меня они проходят очень волнительно. Я еще показывала ребятам, с которыми я стреляю, как у меня руки трясутся после первых там, 2-3 упражнений. Было тяжело, я думала, будет хуже. Но потом просто после первых 2-3, там, 4 максимум упражнений ты уже привыкаешь и уже дальше спокойно работаешь. Ахша куама уас сырдыма харжарахшт, юбыната инна маж горынама, жмалга мышан, сауга сауна акорын. Ныртак ахша секундма Виктория акорта дуадыш мышаны. Ахштытай уолдай Виктория сағды фортепиано элыма майамиш, ихыл кақ зонықты лайф барыны фалтардзинад. Я спортивон карьерейта аппаты жардылдарыны ши уарашей чемпионат. Просчитывали наш геймплан, то есть прохождение упражнения, каждый так, как ему удобно. Здесь мы стреляли в две IPC мишени, а между ними у нас была штрафная мишень. В нее попадать нельзя. То есть мы стреляем вот по этой зоне и по этой зоне. Пневматикон дисциплина ен амбал науд. Уйфаште е факу той ураше югон командама. Фидан фанканы олимпак каштаты майдан рамбулын. Нажарда инжағы самая куха бафта. Бртяда Феликс Галабата Анна, Игорь Вайцеховский и Рештон Хабртта.